Даем. Дан старт 8-й скачки Кубок Насибова для лошадей 3 лет и старшего возраста чистокровной верховой породы. Спонсор приза ООО «Спартак Агро». Старт очень кучный. Скачку идет Блуми Лок, далее Аутрич, Амалия, Лондонс Рейн, Абрикосы и Роутлайт. Скачку идет Блуми Лок, Аутрич, Амалия, Абрикоса, Лондонс Рейн. Первые 400 метров дистанции пройдены за 27,6 секунды. Скачка идет Блуми Лок, Аутрич далее, далее Амалия, Абрикоса, Лондонс Рейн и Роуд Лайт. Скачку идет первый номер Блуми Лок, Аутрич, Амалия, Абрикоса, Лондонс Рейн и Роуд Лайт. Очень дружная скачка. Участники очень дружно идут, кучно. 500 метров дистанции пройдены за 31,5 секунды. Скачку по-прежнему возглавляет Блуми Лок под седлом Соловьева Владимира. Скачку повел Роуд Лайт под седлом мастера жокея Ишназарова Айрата. 500 метров дистанции пройдены за 31,6 секунды. Вперед вырвался седьмой номер Роуд Лайт. Далее Амалия, Аутрич. Скачку идет седьмой номер Роуд Лайт. Скачку ведет седьмой номер Роуд Лайт. Далее третий номер Амалия, второй номер Аутрич. 500 метров дистанции пройдены за 32,7 секунды. Скачку ведет по-прежнему седьмой номер Роуд Лайт. Далее Амалия, второй номер Аутрич. Лондонс Рейн, Абрикоса и Блуми Лок. Лошади на финишной прямой. Заканчивает дистанцию. Кубок Насибова. Уверенно одерживает победу. Седьмой номер Роуд Лайт.